Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев и канал Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре, а также на реализации предпосевной культиватор в отличном состоянии, не требует никаких капиталовложений. Так, сейчас проведем более детальный осмотр. Гидравлика, цилиндры все в идеале, нет никаких видимых течей. Тут тоже все в идеале. Рама без каких-либо дополнительных сварных швов, соединений и так далее. Дышло в прекрасном состоянии. Также, друзья, хочу напомнить. Наша компания Boston Technic, технику и оборудование можно приобрести как лизинг, так и кредит. За наличные средства и без НАУ. Так, друзья, шильдик. Год у нас... Сейчас получше видно, по-моему, 2014 выпуск. Лапа 110. Сейчас обойдем, посмотрим. Рама, повторюсь, полностью вся в идеале. Полнокомплектный, каточки прикатывающие, друзья, все в прекрасном состоянии, резина, визуальный износ где-то процентов может быть 30-35 максимально. Здесь резина новая, в идеальном состоянии. И второе колесо аналогично на другом крыле. Ширина захвата данного культиватора 9,6 метров. Повторюсь, техника в идеальном состоянии. Всех, кто заинтересовался, звоните, пишите. Будем рады ответить на любые ваши вопросы. Кому будет недостаточно фото-видео материала, договоримся с вами на более детальный осмотр. Приедете, посмотрите все своими глазами и примете решение уже на месте о приобретении. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.